Резал я вот такими пилочками для лобзика по металлу. Режется он достаточно туго, так как алюминий тягучий. Сделал я боковые крышки. Это уже пятая модель дизайна. Вот так вот я по-разному углы выставлял, так чтобы было красиво. Ну и вырезаю уже вторую крышку. Показываю, если взять машинным маслом вот так вот из пипетки просто провести по линии, намного легче режется металл. В принципе, одна крышка уже есть. Я ее подогнул. Гну на бревнышке. Так оно выглядит. Все углы здесь есть. Четко все сходится. Остается только сварить. После того, как все сварено, получился вот такой черпак. Качество швов желает быть лучшим. Но все же их здесь не видно. Сварщику еще учиться и учиться варить. Зато с этой стороны все гладко. Я его немного полирнул, сильно не старался, в этом нет надобности. Этот болт зажатый в дрельку и просто проточенный в этом месте. Потом забит в длинную гайку и все сварено вместе. Получились вот такие крепления. Здесь они выглядят вот так. Все. И через них потом в путай крепим такими под... Так выглядит конечный вариант. Видим, как вот эта часть защищает от грязи ребра. На этом все. Смотрите мои другие видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.